Родной край, родина. Для каждого человека это не просто слова. Это конкретное место на земле, где ты родился, где по-особенному пахнут травы, журчат ручьи и поют птицы, где живут твои родные и друзья, и неважно, на каком языке они говорят и какой веры. Об этом и не только говорили на праздничном мероприятии «Нам без дружбы жить нельзя, возьмемся за руки, друзья». Оно стало завершающим аккордом в акции «Неделя толерантности». Тема толерантности, тема добра в наше время очень актуальна, очень нужная. И мы хотим донести для всех жителей нашего города, для детей, что нужно быть добрее, нужно относиться друг к другу с уважением. И потому что в нашем городе большое количество национальностей, скажем так, дети разных народов, и они должны жить в мире, в дружбе. В Губкинском сегодня проживают представители более 50 национальностей. У каждой из них свои традиции, нравы и культурные устои. И все мы живем в мире и согласии, считаясь с интересами друг друга. Об этом красноречиво свидетельствуют рисунки, которые представили ребята на конкурс. Его тематика – «Я, ты, он, она, вместе целая страна». Я выиграла вот этот подарок, потому что мне очень нравится рисовать, и это я сделала ради школы. Всего за участие в конкурсе рисунков «Я, ты, он, она, вместе целая страна» и фотоконкурсе «Доброта спасет мир» дипломами различной степени и памятными подарками наградили порядка 70 человек. С дипломом второй степени награждается Абдулханова Алина. В ходе мероприятия гостям праздника показали 9 номеров. Перед зрителями выступили детские коллективы. Приятным завершением встречи стал кукольный спектакль «Как девочка с тенью дружбу водила» о дружбе и взаимопомощи. После мероприятия его участники делились впечатлениями. Чтобы мы все дружили и никогда не ссорились. Мне кажется, мы все знаем о том, что все, что в нас есть, закладывается в детстве. Именно поэтому о таком важном понятии, как толерантность, нужно рассказывать с самых-самых ранних пор. Толерантность в переводе с латинского означает терпение. Это умение и способность уважать, принимать и признавать мировоззрение других людей, их интересы, вкусы, свободу. Сегодня толерантность – важнейшая составляющая мира и дружбы народов. Екатерина Склюева, Александр Анфимов, новости Губкинского.